I'm alive. Хочу показать вам свои покупочки. Закрою окно. Купила такие семена киноа. Будем кашку делать. Мы здесь еще не делим. Кукурузные макароны. Кстати, очень понравилась вот эта фирма. Это на пробу взяла паста тофу с грибами. Это очень вкусная тофу паштет. Вот с хлебцами объедение амарантовый. Еще и безглютеновый. И взяла себе вот такой тоник. Шампунь у Юли уже кончается. Вот это нам взяла. Витамин С попробовать. Это, кстати, веганская косметика. Производится здесь, в Санкт-Петербурге. Очень круто. Вообще в Питере много всего веганского. Это очень радует. Такой дневной крем. И крем для кожи вокруг глаз. И вот бальзам для губ. Абсолютно натуральный. То есть вот, кстати, обратите внимание, все те бальзамы, которыми мы привыкли пользоваться, они содержат кучу всякой гадости, а все это мы съедаем. Также и помаду. Сейчас я минимально пользуюсь помадой и вот больше бальзамами. И вот такую комбучу взяла попить, и Климу понравилось, и мне. Здесь хоть и есть сахар, но все же она натуральная. В общем, самое плохое, что здесь есть, это сахар. Только что помыла голову шампунем и кондиционером. Мне очень понравилось. Это мой скромный обед на скорую руку, пока Вовчик спит. Просто нут, просто макарошки с сыром. Быстро. Вовчик уснул. Проснулся. Ну, пойдем ням-ням и пойдем гулять. Вышли сегодня. Смотрите, как тепло, даже бусик. Коротким рукавом гуляем тут. Юля пошла за кофе. Красота такая. Каждый дом уникален. И просто, знаете, даже не нужно никуда ехать, а просто гуляешь по улицам, и все интересно. И диву даешь. А Вовчику нужны вот те шарики. Вот что мне сделать? Что я могу сделать? Вова, я не могу их достать. Ну, мама не достанет. Это дядины. Сегодня волосы так паршиво лежат. Вот тут не знаю, что вот с ними. Всегда одинаково укладываю, но сегодня какой-то. Интересно, здесь что делают прививки? Не. А что здесь делают? Прививки? Надо. Такого я еще не видела, конечно. Пришли на Зайчий остров, а вон зайчик. Тот самый, который вроде как прыгнул на сапог Петру Первому. Столько уточек, интересно. Чайки даже есть здесь. Хорошенькие такие. Вон, короче, здесь очередь на то, чтобы сфоткаться. Тот заяц никого не интересует. Ну, эти реально милашки. Спасают друг друга. Вовчик, короче, понял, что страшно, можно упасть, и решил скатываться. Как на горке. Все снимают Вовчика. Вот ему этот голубь нужен. Сейчас нас опять будут снимать. Они в восторге, короче. Ой, не могу. Ой, повеселил Вовчик всех. Куда ты хочешь залезть? Он хочет верхом на зайчике. Вова, ну никак, никак. Никак не получится. Давай слазить. Вот, видишь, давай слазить, да. Мама! Мама!
Возвращайся назад. Уехала. Юля. Еще горячий, наверное. Вовчику купили здесь. Вот это вот у Невских ворот. Кукурузу купили Вовчику. Он счастливый ребенок самый. О, вот красота где. Безумно красиво, конечно. Удивляют вот те люди, которые загорают. Туристы, им все равно, они голиком загорают. Им просто жизненно необходим загар, видимо. Не знаю, что это на уме. Там вот точно какая-то секта стариков, которые очень фанатеют по загару. Видимо, нашли себя тоже в этом. Короче, все фоткают Вовчика. Звезда. Чё, уронил? Ай-яй-яй. Мы, короче, решили еще раз прокатиться на лодке. Сейчас через 20 минут. Но это новая экскурсия. Да. Новый маршрут, поэтому... Новая метелка по-новому метет. Всегда экскурсия интересна. Другой маршрут, и будет интереснее. Будет интересно. Я бы и по тому маршруту тоже прокатилась. Смотри, какой у него продуктивный чих. Ой, подожди, подожди. Подожди, у меня есть салфетка. Вот все бы так чихали. Один раз чихнул, и все вылетело. Охраняли императорские дворцы. Идем между двух мостов. Это Троицкий справа и Литейный слева. Троицкий мост проложен точно по Пулковскому меридиану. Ну, в общем, пойдем. Попробовать. Да там, наверное, слюнки так потекли, вроде не хотела есть. У тебя всегда так. Я с обеда в обед пришла. Кать, будешь? Нет, я только поел. Да. Ну, за компанию. Самая плохая привычка есть за компанию. Вова, на, ням-ням. Вова, ням-ням. Две ложечки и наел. Вот как хорошо. Ограбим Юлечку. Вова, ням-ням. Это самое вкусное здесь лепешка с гвакамоле. Прям рекомендую. Будешь? Нет. Ничего не хочет. Баловаться хочет. Сплошной рок-концерт.